Приветствую вас, мои дорогие друзья! В этом выпуске я с особой радостью хочу презентовать вам очень интересную международную компанию тайных покупателей, которая называется Neuron Shopping. Я думаю, многие со мной согласятся, что по достоинству оценить эффективность работы различных компаний и бизнесов может только их потребитель, который непосредственным образом на личном опыте протестировал все преимущества или же недостатки обслуживания. Именно поэтому, чтобы получить объективную оценку об уровне и качестве своей работы, многие предприниматели прибегают к услугам тайных покупателей, что в свою очередь позволяет им по достоинству оценить любые стороны своего бизнеса и устранить недочеты. Так к чему это я все веду? А к тому, что главная цель Neuron Shopping как раз и состоит в помощи владельцам различных видов бизнесов оценить свою работу глазами реальных потребителей, решая тем самым целую кучу разных задач, а именно полный аудит всех бизнес-процессов, оценка функционирования бренда, основываясь на реальных фактах покупки, а также контроль соблюдения стандартов обслуживания, анализ факторов, влияющих на имидж компании в глазах потребителей и много чего другого. Как видите, спектр предоставления услуг огромен, но и это, как говорится, еще не все. Ведь каждого тайного покупателя в Neuron Shopping обучают всем принципам эффективной оценки работ любого бизнеса, что, согласитесь, очень здорово. При этом, как видите, у Neuron Shopping существует своя проверенная годами система оценки того или иного типа бизнеса. Будь у вас агентство, колл-центр, офисы продаж или же просто ваш личный веб-сайт, так как для каждого направления актуальны свои способы и методы объективной оценки обслуживания клиентов. Но об этом всем более подробно вы сможете прочитать уже самостоятельно. А пока я хочу всего лишь сказать, что на этом основатели Neuron Shopping не останавливаются, потому что постоянно стремятся расширить список отраслей для работы со своими заказчиками. Что же касается самой компании, то холдинг Neuron Shopping получает доход благодаря растущему количеству бизнес-клиентов, желающих получить объективную оценку работы своих сотрудников и отчет о функционировании предприятия с точки зрения потребителя. Так что если вы давно находитесь в поиске хорошей и достойной работы, то от Neuron Shopping открыто много вакансий, ознакомившись с которыми, я уверена, вы найдете для себя много чего интересного. При этом, если вы хотите стать тайным покупателем, то вам достаточно выполнить 5 простых шагов, начиная с регистрации, заканчивая получением оплаты и повтором своей работы. Однако, прежде чем подать свою анкету для рассмотрения в Neuron Shopping, убедитесь, что вы соответствуете всем необходимым требованиям для тайного покупателя. А именно, вам есть больше 18 лет, вы пунктуальны и дисциплинированы, наблюдательны и ответственные, честные и добросовестные. При этом не могу не отметить такой факт, что сам холдинг Neuron Shopping работает еще с 2016 года, а новое инвестиционное направление открыто с 16 апреля 2020 года. Ознакомиться же со всеми юридическими регистрациями можно в следующем разделе. Как видите, их немало. Neuron Shopping имеет все необходимые официальные регистрации на всех континентах, а это, считай, уже действительно высокий показатель надежности и доверия. Более того, уставной капитал холдинга составляет 35 миллионов рублей, а все вклады инвесторов застрахованы на сумму в 15 миллионов долларов. Кстати, что же касается инвестирования в Neuron Shopping, то исследовательский холдинг разработал максимально простую концепцию сотрудничества со своими инвесторами, предоставив для этого целых 5 тарифов с плавающим процентом доходности от 1,5 до 4% в день, в зависимости от размера начального депозита. Как видите, минимальный депозит составляет 5 USDT или же 300 рублей. При этом обращу ваше внимание, депозит работает до достижения 300% прибыли, из которых 200% – это чистая прибыль, а 100% – это размер первоначального депозита. Более того, начисление прибыли осуществляется с понедельника по пятницу, точно так же, как и вывод средств, с максимальным регламентом 96 часов. Что же касается субботы и воскресенья, то в рамках этих дней беспроблемно доступны все остальные операции, включая регистрацию и создание депозита. Как видите, на сайте доступен еще и калькулятор прибыли, воспользовавшись которым, вы легко можете рассчитать свою потенциальную прибыль как за 10-30 дней, так и за все оставшееся время. Однако, чтобы не ходить все вокруг да около,
предлагаю самим перейти в личный кабинет и попробовать инвестировать свой первый начальный депозит. К тому же инструкцию о том, как правильно это сделать, то есть зарегистрироваться и пополнить свой депозит, любым из удобных для вас способов вы легко найдете в разделе «С чего начать». Я же уже прошла регистрацию и успела даже пополнить свой депозит на 0,02 биткоина, что в результате мне должно принести от 1,5 до 2% ежедневной прибыли. Но так как смотреть на нули в этой части монитора не хочется, я ускорю время, и мы посмотрим, что мне начислилось. Как видите, процент начисления составил 1,56, а сама сумма начислений равна 0,000312 биткоина, что, согласитесь, весьма неплохо. Таким образом, инвестировав один раз, вы можете в течение длительного времени получать самый настоящий пассивный доход. Однако для тех, кто любит строить команду и предлагать своим друзьям уникальные возможности по заработку, то для вас у меня есть отличная новость, что в рамках Neuron Shopping есть еще и щедрая реферальная программа, где вы можете получать от 5 до 1% включительно, в зависимости от выбранного вашим партнером тарифного плана. Так что дерзайте и зарабатывайте вместе с Neuron Shopping, как тайный покупатель, как инвестор и как активный лидер, любящий строить команду в надежных проектах. Ну а на этом у меня все. Рада была поделиться с вами чем-то новеньким. Надеюсь, и вам эта идея пришлась по душе. Если да, дайте об этом знать в комментариях. А пока подписывайтесь на мой канал и регистрируйтесь в Neuron Shopping по ссылке, указанной в описании. Ну а я все же благодарю вас за просмотр и желаю всем вам отличного дня и прекрасного настроения.